экскурсию по моему винограднику, и на данный момент мы остановились возле сорта «Магдальский». Этот сорт в свое время был подарен мне моим учителем Виктором Андреевичем Говорухиным. Сорт, который я считаю по вкусовым качествам, особенно любителям мускатов, просто непревзойденный. До того яркий мускат, что можно сказать, что у соседей даже он слышен. Он очень раннего срока созревания, даже, скажем так, сверхраннего срока. Тоже на уровне Лепаеса Дзинтерса и Загадки Шарова он созревает, в общем-то, где-то в первой, может быть, нет, в первой, наверное, рановато, скорее всего, во второй, третьей декаде августа. Очень яркий окрас у него, вы видите, что на данный момент уже аж ягоды пожелтели, и на отдельных уже даже появляется загар. Это говорит о том, что сорт уже вполне съедобный, и он уже неделю, наверное, как готов. Тоже его с большим удовольствием употребляем в пищу. Грозди у него могут быть до килограмма. С лозой вызреванием вы видите на данный момент, что никаких проблем нет. Она уже, можно сказать, ну, на две трети полностью вызревшая. Зимует великолепно, хотя обладает не очень высокой морозостойкостью, но это ни о чем не говорит. Размер ягодки у него, ну, на уровне 2-3 граммов. Еще раз повторю, что грозди бывают. Это не самые лучшие грозди, потому что по прошлому году эта вот сторона виноградника у меня очень сильно пострадала от возвратных майских заморозков. Но видно, что куст восстановился и выдал вполне достойный урожай по этому году. Сорт Магдальский. Прошу любить и жаловать, и обратить внимание. Он чем-то похож на Тукай, но у Тукая, мне кажется, все-таки грозди довольно, ну, немножко поменьше. Но Магдальского, в чем еще его заслуга, как бы, я бы сказал, у него меньше горошения. Хотя тоже, я не скрою этого, приходится работать именно с ножничками. У Тукая это горошение выражено гораздо поболее. Так что прошу любить и жаловать, садите его в открытый грунт, он вас никогда не подведет. Вот видите, какой желтый приятный оттенок он отдает.